если то, как вы собрали карту реальности, не позволяет вам ехать, поменяйте карту реальности. Если раньше я думал, что мне такого сделать, то теперь я смотрю на эту карту и думаю, ого, нифига себе, сколько всего надо делать. Вот, это мне теперь нужно переварить. Блин, это вообще, я даже не знаю, что сказать, это прям взрыв мозга. Сегодня я стал эффективнее и, возможно, дороже. Берешь ватман, пишешь и туда все это расписываешь, и видишь то, чего ты не видишь. Ну, а сейчас я очень даже воодушевлена пойти составить новую факт-карту. 10 человек, причем так в низком старте, ждут, пока Даша создаст, так сказать, махнет.